Ладно, позвоню по этому номеру к маме. Не знаю, что они скажут на этот раз, но мне надо что-то делать. Если я сейчас ничего не сделаю, то ни телефон мамы никогда не найдется, и сама мама не придет. Что ж, ладно. Вот бы она взяла трубку. Блин, что у меня с телефоном? У меня он сейчас разрядится. Не понимаю, в чем проблема? Что это? Алло? Слушайте, что вы хотите от моей мамы и от ее телефона? Скажите еще раз, я вас не слышу. Ты что, не поняла, что я тебе сказал? Что? Да что у вас голосом? Да домой ты телефон твоей мамы. Если ты хочешь, конечно, его вернуть. Если ты, в принципе, не хочешь, можете приходить. Если маму ты больше не увидишь. Она находится за городом. В смысле? Я очень хочу ее увидеть. Что вы с ней сделали? Вы что, ненормальные? Кто вообще такие? Кто вообще такой? Или я даже не знаю, как вас назвать. Я обещаю вам, что вызову полицию, и они вас найдут. Все равно они вас найдут. И за все вы ответите. И за то, что вы украли телефон моей мамы. И как она вообще оказалась за городом? Ответьте мне немедленно. Знаешь что ты, девочка? А вы кто? Если ты сейчас не придешь на это место, то я тебя прибью, мне услышишь, я тебе достанусь под земли. Вы кто вообще такой? Где моя мама находится? Все, я все сказала. Я вас не буду с вами разговаривать, все. Вы мне уже надоели, я не знаю, что мне делать. Ладно, попробуй написать Алисе. Загружайся в автомобиль и кое-что узнать. Телефон. Только не выключайся. Алиса. Что происходит? Почему не могу поделиться? Я ничего с микрофоном не делала, Алиса. Слышала вот сейчас примерно. Да что происходит с микрофоном? Мне нужно найти адрес, где я сейчас нахожусь, мое местоположение. В общем, Алиса, найдите мое местоположение. Ну, мне же срочно надо. Как назло. Thank you.